Ой, блядь, так. Без задержки стримлю. Так, я, наверное, картинку Рената поставлю. Так. Бля, я не знаю. Поставил ты меня врасплох. Поставил ты меня врасплох. Блядь, ну это дорого, сука. Блин, ну какой алын? В этом мудак, конечно, блядь. Да. Бля, он просто как уебан сыграл, честно. Просто взял алым хуйню. Так, что-то я хотел. А, в ITS фонд скинуть раздачу это. Так, я видео планирую на YouTube экспортировать. Чувак, нет, ну тут просто чек. Понятно. Понятно, все с вами. Недолго музыка играла. Это спот, конечно. Бля, ну та раздача меня под... Ну, бля, просто алым въебал. Ну, что за мудак, блядь? Ну, это просто пиздец какой-то. Ну, какой алым, нахуй?
Уёбок играет. Ладно, надо собраться, что-то меня та раздача подкосила сильно. Пока нахуй. Ну какой-то ёбнутый, ему реально фартит, бля. Я чё, и не сталкал. Но он и выиграет турнир, вот этот чел. Чё у него по призам? 469. Бля, карты хорошие раздает. Но они нихуя не играют, просто от слова совсем. Бля, ну и что тут делать с одним тузом сраным? Хотя бы валет крестовый был. Бля, хотел пасануть, прям вот просто, ну, вот реально хотел, бля. Ну, против наркоман, против наркомана, пусть. Он так и будет с айзингами играть. Бля, меня уже просто реально колотит уже нахуй. Включил финалочку, блядь. Ни одной раздачи не выиграл. Два кулера, блядь. Вот раздает. Ёк-макарёк, а. Чё, да выёбывался? Хуй на скрипке. Так, я самый короткий. А, не самый. Ну, самый короткий, да. Можно ничего не бояться, ну. Чё, три буби ловим или чё? Или опять будем дерьмо жрать? Понятно, наверное, блефану. Ну, это можно заколоть. Бля, карты, я говорю, карты играбельные раздают, но они нихуя не играют. Ладно, надеюсь, ты его выбьешь, нахуй. Два короля, смотри, бля. У меня туз был. Сейчас туза специально положит, не? Так, нахуй. Отъебали, как отстирали. Все подряд хуярю, блядь. Проще стоять, смотреть, блядь. Как между собой играют. Просто похую. Каждая раздача у него, бля. Ебать, это переап. Блять, да хоть одну раздачу дайте выиграть на финалке, ублюдки ебаные. Чё за переап, блядь, какой-то сидит, все раздачи выигрывают. Да это бред какой-то ебаный, блядь. Блин, на финалке ни одной раздачи не выиграл. Охуеть, может. Что за хуйня? Бля, ну здесь алынная. Не, ну там какой-то переап ебаный сидит, блядь.
Псина ебаная, блядь. Четверку. Четверку, пожалуйста. Четверочка. Четверка тоже поедет. Бля, я думал, сейчас разъебет и это, нахуй. Ну, хоть одну раздачу выиграл. Здорово. Я в ахуе. Единственную раздачу выиграл за финалки. Ебануться. Вот это перевал. Да что-то я не успел там задержку случить, что ОБС быкует. Без задержки, а тут карты палятся. Ну, аватарка Рената на ауру. Слышок. Не, ну Лин, по-моему, не даст посмотреть. Или даст. Угу. От хуя ушки. Подожди, у меня там что-то... Блин, ладно, я потом. Бля, китаец вообще как терпила. Бля, вообще не играл на ГГ Покерок. Я чисто задонатил $10. Сюда. С Америка с кардрум вывел. Потому что курс доллара высокий. А то я потратился на днях. Почти тридцатку, блядь. Улетело нахер в никуда. Вот. Вывело туда бабки. $10 чисто, чтобы забавы каналы у стримеров покупать. Бэкинг. Вот они там бэкают. Ну и ладно, думал, сыграю перед этим. Как перед Формулой 1. Один турнирчик сыграл. О! Перед... Бля. Перед Формулой 1, думаю, сыграю. Моя двоечка была. Один турнир, и тут сразу финалка. Это такие тут наркоманы сидят. Ёбаный в рот. Кровь из глаз. Ну тут только за счет вот таких, кто вот в тильте, вот можно удваиваться. Я думаю, на нормальном рейтинге такой хуйни. Ну мало такой херни. Исполнитель. Бля, это мы что, целый час играем, что ли? Я что-то не... Блин, ну я тут... Чемпи... Бля, ну тут замазка, пиздец. Четверка либо девятка. Ну хуй даст. Четверка либо девятка. Ну да, хуй дала. Проебал бы я сейчас. Ой, бля. Ну флоп, терн еще усилился. Поехали. А, они стали играть, да? Ну ладно. Как говорится, карты твои светятся, но тебе не светятся ни.
Бля, ну от этого чела будет нереально тяжело выиграть, у которого 170 блайндов. Бля, четверка еще такая ебанутая вылезла, сука. А тоже чекнуть нахуй. Блять, ну я не знаю, вот эта четверка ебаная, мне вообще не нравится нихуя. Ебать, обоим бы проебал бы, я в ахуе. Хворост дает, ебаный в рот, бля. Сыкер неверный. Охуеть. О. Поехали. Бля, хуёвый флот, конечно. Десятка. Ой, бля, хотя еще есть аут. Король. Бля, ну что за борт, ёбаный твой рот, нахуй. Что раздает вот такую хуйню, я не понимаю, бля. Перерыв этот ебаный. Бля, ебанутый турнир, вот честно, я вот эту хуйню, наверное, последний раз играю. Такая хуйня, вот с такой хуйней тузы не играет, с какой-то хуйней, блядь, алын давит 2, 2, 3 валить, 10, какие-то разномастные все. Не, ну такой уровень игры, конечно, здесь неадекватно играет. Но на финалке сейчас более или менее, хоть флоп дают посмотреть. А так до финалки, пока дойдешь, вся игра на префлопе. Это покер. Вот это покер, ребята. Бля, столько аутов вот было на терне, вот это третий раз раздает, вот за шестую или седьмую раздачу. И нихуя не закрывают. На самом деле я бы намного раньше вылетел, если бы не вот эти пиджампы. И не вот эта вера в того, что просто сидит аккаунт, который, ну, переапанный. Вот. Ну, это просто его турнир, как бы. Я по шаркскопу его не проверял. Кстати, надо его пробить. Призы маленькие. Я вообще не играю. Вот у меня вообще призы помойные, по факту-то. У меня призы $559, но у меня больше призы, чем вот этого хера. Маршмеллоу. Где-то он в чате там писал что-то. А я вообще не играю в этом покеруме. Я за этот год, вот за этот год, я сыграл, наверное, турниров 7 или 8. Ну это вообще ничто. Я, то есть, в Америка Скардрум бывал 5 раз больше. Ну, редко, когда по 40 турниров в день играл. Но были такие дни у меня. Да. А тут нельзя скопировать ник. Да все через жопу в этом покеруме. А? Марш. Марш. Ага, не скрытая у него стата. Так, зарегался в 2020-м. 700 турниров сыграл. Полтораху что-то выиграл. Ну, со скрипя душой что-то играет там. Но дистанции у него вообще никакой нет. Там 700. Почти 800 турниров за 3 года. Пш, вообще, блядь. Как у меня за 3 месяца. Ну, старается, старается, ладно. Не фиш.
Не фишок. Так, остальные что у нас там? Ну, я в основном я просто держу деньги, как бы проще, понимаешь, сейчас курс доллара почти 100, повыводил где только можно. И выгодно на Визе держать, чем покер играть микролимиты, как бы, ну, есть просто другой еще источник дохода, и мне проще на него времени тратить, чем на микролимиты в покерумах. Я больше времени уделял, когда в Америка с кардром были бесплатные вот эти фриролы, где там за стримеров баунти давали. Там, ну, действительно, за год я там нормально собрал. Ну, 1500 точно, наверное, только на одни фриролы. Может, не 1500, меньше. Меньше. Вот, поэтому, конечно, она... И поэтому выгоднее держать деньги на Визе под хорошие проценты того, чем играть онлайн-покер и вот эти микролимиты долбить. Да и неинтересно. Вот, ну, этот турнир мне вот неинтересно играть. Ну, финалка более или менее. Здесь хоть какая-то адекватность проявляется еще. Потому что люди стараются играть. А так, весь турнир это просто был all-in приплопы. Это как бы... Так, ну я тут только практически возле китайца где-то лазю. Опа-на. Опа-на. Поехали. Договор. А хитрый какой договор. 150 блайндов сидит, договор. Мне невыгодный договор. Было бы мне блайндов 50, я бы согласился. Так. Давай, китаец, кали. О, заколол. О, китаец, что-то ты дал. А, там мне. Отлично. О, пиджамчик. Поехал с господом по зонам лагеря. Да я говорю, он и выиграет этот турнир. Переапанный сидит, блядь. А что тут за второе место дают? Блин, пиджампы, конечно. А, ну слушай, надо. Блин. Лимпом заеду. Короче, это будет меня по-любому пересиживать. Но играл он как наркоман вообще, конкретно. А я уже давно не играл, я уже забыл, когда Баунти Билдер. Я же специализируюсь в лоубольные игры в последнее время, если играю, если хомок нет, каких-то домашних игр. Либо Амаха Хайлоу, либо семикарточный стат Хайлоу. Потому что там дисперсия ниже, нет этой хуеты, вот этой безлимитный холдом, вечный алын и префлоп по 100 ББ, блин, заебал мне такой покер. Не покер, а лотерея какая-то, поэтому перешел в лоубольные игры, где хоть какая-то сниженная дисперсия. За счет того, что... Ну, я сегодня пригорел еще, там, за 6,6, там, 4 входа залил. В Америку с кардром. Пятерка. О, пятерку дал, прикиньте.
Да, я что-то решил вывести. Как говорит Миша Минтон, кто первый стал, того и тапки, да? Опа. А, тут алым. Тут алым. Король. Ух, король вышел. Налимонил, блядь. Попросил короля, дали короля. Нормально. Так, отлично. Ну шо, как тут дележка? Так и как тут делить-то? Договор. Поехали. Я не против теперь дележки. О-о-о-о. Лимпосиком. Блять, ну и борт. Короче, этого хера надо сингапурцу или кто? А, Индонезия. Надо поднимать. Ни хера ему тут делать. Олимпом займет. Три черви, пожалуйста. Три черви, три черви, три черви, три черви. Блин, вот эти. Ай, блин. Живи, блин. Я вот я не знаю, как это видео экспортировать на YouTube, конечно. Потому что карты-то не видят люди, которые, с которыми я играю. Надеюсь, у тебя флеш сторона нормально. Мое. Мое. Лимпосиком. Бля, вот нахуй ты это делаешь? Ну ладно, хотел. Бля, ну я не буду к 4 в колонии. Бля, надо дожимать этого индонезийца. Опа. 50 на 50. Есть, есть, блядь. А, дележка, давай дележку, братан, я не жадный. Я не жадный по договору поручения. Нормально. Подожди, как? Бля, вот терпила ебаная. Сам предложил дележку и сам отказался, бля.
Да, отказался он от дележки-то. Две десяточки. Девятка. А, проиграл. Ну ладно, второе место тоже нормально. Так, а чё по ИВ-то я нормально потерял? Там вот он отказался. Не, ну шансы у меня были сейчас выиграть, конечно. Просто отказался. Как бы делить? А, там все ба там баунти еще. Ну ладно. Хоть эти деньги. Хоть эти деньги, ну ладненько. Бля, здесь хоть скриншот можно сделать нормальный, честно вам скажу. Так, ладно. Банкролл появился в этом, в ГГ Покерок. Можно стримить покер здесь. Бля, жалко, что не докрутило мне это. А сколько же он по ИВ выиграл? 543, 757. Юаней. Сколько вообще? А, нормально, слушай. Там 200 баксов получается. Он выиграл. А чё такая разница, блядь? Ой, за четвертое место получил больше, чем я. Даже за третье больше, чем я получил. Даже за пятое место больше получил, чем я. Ебануться. Бля, на седьмом больше заработал. Бля, хуй знает, призы какие-то помойные. Бля, народу мало, 144 человека, это вообще ни о чем. Ладно. Поехали, ребята.